У нас сейчас праздник, рождественские приключения. Ведет конкурс для взрослых Людмила Викторовна. Иди сюда. Держи, держи. Так, номер 5 будет. Поздравляем. Номер 5 выиграл. Номер 4. Аплодисменты. Аплодисменты. Больше, что ли? А там за которые шла очень серьезно. Да? Да. У меня номер один. А, потом ты подожди. Номер один. Да, повезло вам. Тоже хороший приз. Проходите, вручаем приз и аплодируйте. Да. Да. Разрешите пожать вашу руку, что вы сегодня первый раз решили участвовать. Маму, давай сдали маму. Спасибо. Да. Вам блокнот, а мне пожалуйста. Хорошо, я согласна. Ура! Спасибо, Людмила. Товарищи, остались два билета. Можно в долг. Я хочу. Я в долг. Я 250 тысяч, что он просил. Я тяну вот это вот. Да, сегодня мне не светит лотерея. Номер 2. Что это такое? Да, открытка 2. Номер 3. Тетрадь. Вау. Карандаши. Вау. И, конечно, для ключей. Как раз до сума. И открыточка еще вам. Спасибо. Спасибо! Следующая лотерея будет у нас в Оленьевом. Как только я захотела подвески на горло, все. У меня весь дом из горла.